Вроде не взорвана. Пуль нет. Выглядит как авария. Но это не авария, Камиль. Ты думаешь, что это Али? Али безумец. Но не до такой степени. Видишь? Никаких следов. Поработали профессионалы. Опытные люди. Камиль! Посмотри, пока мы не отправили его. Мы обнаружили тело в машине, в багажнике. Вы знаете его? Комиссар, необходимо отправить тело на экспертизу. Все должно быть на высочайшем уровне, понятно? Глядите в оба. Лично буду контролировать. Тефо! Брат, ты снова в хорошем настроении. Что с тобой? Попал в засаду? Нет, я подрался. Ничего серьезного. Ищу дядю. Разговор пойдет именно об этом. Ситуация изменилась, Тефо. Что я пропустил? Ты ничего не пропустил. Это место я зарезервировал для тебя. Дождись вечера. А что будет вечером? А вечером произойдет передача, Тефо. Быть владельцем казино не так-то просто. Джингис передал его мне, но у нас все сразу не получится. Во-первых, мы должны получить влияние. Все крупные игроки соберутся сегодня здесь. Они дадут нам добро. Али Щипцы официально станет патроном Али. Ты знаешь, что это значит? Нет, брат, скажи. Сынок, напряги мозги. Ты все прекрасно понимаешь. Я хочу сказать, что в прошлом мы были кулаками, а теперь станем кукловодами. А это значит, что мы будем ходить, выпитив грудь вперед. Мы будем такими, как Рамис. Сегодня вечером, Тефо... Сегодня вечером наша судьба изменится. И не только наша. Обещаю тебе. И судьба дяди тоже? Быстрее, Камиль. Эзель, как думаешь, мы должны разыскать дядю или продолжить преследование шакалов? У нас нет выбора, Камиль. Понятно. В первый раз мы должны делать и то, и другое. Причем в одно и то же время. И как мы это уладим, Эзель? Джингис подозревает тебя. Эйшан и Али пока не приняли твое предложение. По-твоему, бросить их и начать поиски дяди – верное решение? Нам нужен дядя. Но у меня такое чувство, что сейчас мы как никогда нужны дяде. Я пойду. Хочу пройтись по магазинам. Приятного аппетита. Пока. Ну, рассказывай, свояченица. Мы давно не болтали с тобой по душам. Болтали по душам? Мы с тобой? И о чем ты хочешь поговорить со мной? Умираю от любопытства. Хочу узнать о том, что у тебя на душе. Ну, не знаю, ты и Зель. Что? По-моему, у него в голове путаница. Он отдалился от тебя. Он мой партнер, а это значит, что я хорошо знаю этого человека. Что-то не так. Ты не почувствовала? Нет. Мы не так с ним близки, чтобы я почувствовала. А что с ним, по-твоему? А почему не близки? Разве вы не... Ну...
Это длинная история. Такое ощущение, что между нами появилась пропасть. Он что-то говорил тебе? Мы, конечно, делимся друг с другом. Я думал, что вы вместе, но... Может быть, у него появилась возлюбленная? У него кто-то есть? Да нет, не знаю я. Он не рассказывал мне. А сестра? Твоя сестра знает, что вы любите друг друга? Мы? Да, конечно, мы болтаем с ней. А с ним все в порядке? То есть мне стоит переживать? Не переживай. Не бери в голову. Это же Эзель. Он порядочный человек. Если у него есть проблемы, он скажет кому-нибудь из нас. Мы должны прикрыть спины, ТФО. Старые правила больше не действуют. Как скажешь, какие теперь правила? Что Джингис понимает в правилах или счетах? Скажи. Раньше с нами не считались и не впускали в этот мир, но те дни прошли, ТФО. Раньше мы бродили по улицам ТФО, ходили от одной к двери, к другой, и у нас ничего не было, потому что мы были вынуждены подчиняться. Вот и все. А теперь? А теперь мы сильны. Сила — это возможность давать. Отныне мы будем давать и брать, и ни перед кем не будем отчитываться. Мы станем сильными и возьмем Рамиза. Как мы это сделаем? Подгоняй машину, я расскажу. Говори правду. Где Рамис? Не скажу. На прошлой неделе ты уехал с ним. Я не скажу. Дядя приказал. Куда вы ездили? Где вы были? Где были? Не знаю. Тефик, ты тоже был в машине. Кто устроил засаду? Не знаю. Дядя знает. Я не знаю. Эзель, надо ехать. Он жив? Дядя жив? Да, он жив. Я не знаю, где он был, но он жив. Делай, что хочешь. Больше я ничего не скажу. Молись. Молись, чтобы это было так. Молись, чтобы это было желание дяди. Поехали. Куда ты пропал? Господин Али тебя ждет. В этой жизни ни один вопрос не является безобидным. Ты будешь бояться любого вопроса, на который не сможешь найти ответ. Ты не можешь найти его, поскольку ответ кроется в другом вопросе. Где он? Не знаю. Скорее всего, он туда пошел. Нет, иди сюда, он здесь. Если ты задаешь себе вопрос, как дошел до этого, сначала вспомни ответ на первый вопрос.